Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция 4, упражнение 73. Look at the pictures. Read, translate and remember. Посмотрите на картинки. Прочитайте, переведите, запомните. Подпись к картинкам. Number one is swimming fast. Номер один плывет быстро. Number three is swimming faster than number one. Номер три плывет быстрее, чем номер один. Number seven is swimming fastest of all. Номер семь плывет быстрее всех. Мы поработали со степенями сравнения наречия fast. Fast переводится быстро. Faster – быстрее. Fastest – быстрее всех. Well, посмотрим на другие наречия. High – высоко. High – выше. Highest – выше всех. Early runner, earlier, раньше, earliest, раньше всех. Hard, трудный. Мы как наречие будем, трудно. Harder, труднее, hardest, самое трудное. Loud, громко, louder, громче, loudest, самый громкий. Late, поздно, late, позднее, latest, самый поздний. Soon, быстро, sooner, быстрее, sooner, самый быстрый. Посмотрим на примеры. Первое предложение. Please speak louder. I can't hear you. Пожалуйста, говори громче. Я не слышу вас. Второе предложение. The boy gets up earlier than his sister. Мальчик встает раньше, чем его сестра. Третье. Which of them worked harder? Который из них работает больше? Well. Посмотрим еще на примеры. Lazily – лениво, more lazily – ленивее, most lazily – ленивее всех. Correctly – правильно, more correctly – правильнее, most correctly – правильнее всех. Окей. Обратите внимание на данные наречия. Они состоят из двух и более слогов, поэтому считаются сложными. И чтобы образовать степень сравнения для данных наречий, мы используем слово more, это сравнительная степень, так образуется, и добавляем само наречие. Превосходная степень most и добавляем само наречие. She drives more carefully in the evening. По вечерам она водит машину более аккуратно. But, но. A. Slowly, чтобы образовать сравнительную превосходную степень наречия, мы можем пойти двумя способами. Либо добавлять суффиксы slower, slowest, либо использовать слова more, most. More slowly, more slowly. Quickly. Быстро, да? Тоже двумя способами. Quicker, quickest. Суффиксы добавили. Быстрее, самое быстрое. И либо используем слова more и most. More quickly, most quickly. Примеры. We got there quicker, либо more quickly, than Mr. Potter did. Мы добрались быстрее, чем мистер Поттер. Второе. Could you speak slower, либо more slowly? Вы не могли бы говорить помедленнее, пожалуйста? Which of the sportsmen ran slowest? Most slowly. Который спортсмен бежал медленнее всех, либо хуже всех, да, двумя способами. Либо суффикс ist мы прибавляем, либо используем most, most slowly. Запомните, что есть вообще слова, не поддающиеся данным правилам, наречия, от которых степень сравнения образуется не по правилам, а их нужно запомнить. Well, better, best. Хорошо, лучше, самое лучшее. Much, more, most. Много, больше, самое большое. Badly, worse, worst. Плохо, хуже, самое худшее. A little less, less. Лист. Мало, меньше, самым меньше. Примеры. Fred speaks German worse than Kate, but she writes better. Фред говорит по-немецки хуже, чем Кейт, но он пишет, но она пишет лучше. Второе. Which match do you like best of all? Какой матч тебе понравился больше всего? Третий пример. Jane swam best in the race. Jane была хуже всех. Окей. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.